В районном суде номер 2 Казабекбийского района состоялся брифинг для средств массовой информации по общественно-резонансным делам, в том числе по искам, связанным с жилым комплексом Бесаба. На сегодняшний день в районный суд номер 2 Казабекбийского района города Караганды актуальным и вызывающим интерес у общества продолжают оставаться дела, связанные с жилищным комплексом Бесаба. В силу стечения обстоятельств юстиции надлежащим образом не было оформлено право собственности на квартиру, находившуюся в обрушившемся доме, хотя она была заселена и проживала в квартире до обрушения. В суде имеется ряд гражданских дел, возбужденных по искам жителей комплекса Бесаба о признании сделки действительными. То есть обращается департамент юстиции, естественно, отказывается, а согласно законодательству право собственности возникает с момента регистрации. Но, соответственно, нету права собственности, нету компенсации. В общем-то, они вступили в законную силу, судом признаны сделки действительными. Также в настоящее время в районном суде Казабекбийского района рассматривается гражданское дело по иску бывшего начальника изолятора временного содержания города Жезгизган о восстановлении на работу. По обстоятельствам дела сельспромснаб не до конца оформила документы, а его передача, они должны были потом до конца подписать и зарегистрировать департамент юстиции. А с учетом того, что дом уже обрушился, соответственно, департамент юстиции просто не регистрирует право собственности на существующие объекты. И люди оказались, так сказать, в тупиковой ситуации, то есть вроде собственники и не собственники. В Жезказгане в результате пожара на верхнем этаже пятиэтажки погибли 2 человека, сообщает портал Закон.кз со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Пожар произошел в пятиэтажном доме по проспекту Алашахана 16 сентября в 5 часов утра. Загорелась квартира на 5 этаже. Пожар был локализован за 30 минут, а к 6 часам утра был ликвидирован полностью. Эвакуированные жильцы подъезда вернулись в свои квартиры. В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. В ходе тушения были обнаружены 2 трупа. Женщины 37 лет и неустановленного мужчины. Причины пожара и личность погибшего устанавливаются. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».